Молодым и многодетным семьям вручили свидетельство для получения выплат на приобретение жилья. Программа действует с 2006-го и за эти годы помогла сотням северян решить квартирный вопрос. Жить в просторной квартире отдельно от родителей и чтобы у каждого была своя личная комната и пространство. Об этом мечтает каждая молодая семья, особенно та, в которой есть дети. У Александра и Светланы Шамановых подрастают две дочери и сын. Они приняли участие в городской социальной программе и получили сертификат на финансовую поддержку для приобретения жилья многодетными семьями из муниципального бюджета. Выбрали заранее квартиру, взяли ипотечный кредит. Сейчас эта часть кредита как раз покроет этот сертификат, который мы получили. Какая у вас теперь квартира? Благоустроенная, большая, в центре? Отличная, 70 квадратов, 70 места хватает. Да, то есть вся наша большая семья как раз разместилась в ней, и, в принципе, мы сейчас ее благоустраиваем дальше. Социальная программа поддержки действует с 2006 года. Сначала она распространялась только на молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Но позже расширилась, и сегодня Мурманск – один из немногих городов России, где семьи, в которых воспитывают трое и больше детей, получают помощь без ограничения возраста супругов. И, конечно, они нуждаются в помощи, они очень большие молодцы. Это по-настоящему вот такие вот родители, которые приняли такое решение. И, конечно, хочется им очень помочь. И поэтому город действительно несколько лет назад, один из первых в России, приняли решение, что многодетным мы будем оказывать вот такую вот помощь, независимо от возрастных характеристик, потому что молодым семьям мы помогаем до 35 лет. И эта задача именно вот для того, чтобы мурманские многодетные семьи чувствовали себя более комфортно. Всего при поддержке городских властей улучшили жилищные условия 1378 семей. Размер социальной выплаты составляет 20% от средней стоимости жилья. Это существенная сумма для молодых родителей. Программа действует уже 12 лет. И за эти 12 лет у нас родилось в таких семьях 257 детишек. Это, в общем-то, хороший показатель. Говорит о том, что программа пользуется успехом, что она нужна. И город, конечно, делает все возможное, чтобы вот эту программу поддержать и поддержать молодые семьи. Всего во время торжественной встречи 12 семей из города Мурманска смогли получить желанные сертификаты.